Паша, что, на лодочках или что, на верфи? Ну я лучше на лодочках, потому что что-то я не хочу прыгай в воду, полетать. Бля. Прыгать не в воду, я подожду, пока все таки разлетать. А мы не умрем? Так, вы там как, на лодочках или на чем? Или на лодках. А не, на лодках я на мишке, наверное, полечу под. О, я могу фады двигать справа или. Давай. Все, спикер, давай, от винта. По фада, право-лево, право-лево, право-лево. Запускай. Я жив. А еще раз. Да, мы живы. Мы живы. А на голову мне не прыгать. Не, но пищать не будет. Они тонут, они тонут. Лодки? В плане. А. 200 выстрелов, окей, но. Что-то там с пехотным, но ничего. А, нормально. Давай, взлетай. Давай. Погнали, давайте, кто на палубе, кто хочет на вертолет прыгать, я типа крайней мере сейчас встать уже. Давай. А ты держишь GPS, нет? Нет. Нет, GPS. Вот там видно же остров, что. Ну да. Он полистайно, конечно же, нет. Качика! Чисто по курсу какой-то фонарь. Маяк, наверное. Там все на дна. О! О, сушка пошла работать. Поздан-то нету, да, Свет? Нету города. Высадился. Че, пошли? Идем. Короче, на высотке высадились. Именно высотки. Тут, короче, стрелки есть машина, и на этой военной базе есть машина. КамАЗ. Если че. КамАЗ это жестоко. У них, смотри, ЗУшка есть и пикап. Ну, это техничка. Нам разве что в стрелку сходить, сесть в машину. На сколько человек-то вообще? 4? Да, там тоже лада на 4. Ну вот, сесть в машину и быстро по дороге в район, как он там, каменный, туда заехать на машине и высадиться, а тут зайти. Да. Громкая лада. Да. И где-то поворот направо должен быть. Угу. И все цена рубится. Как болит Формула 1. А это ты едел? Ну, портировал, да. Ну, конфиг не мой. Прием. Что-то у меня в каменном появилась когда техника и потом. Это мы едем на машине. В каменном, окей, ну прямо на флаге, там это вот арка, по-моему, стояла. Не знаю, но понял. Мы в каменный смещаемся. Из стрелки едем. Ну он горит, там дымится, я видно по нему отработал, и что это? Там дым идет с того места. Три у них сушка еще есть. Ну я не понял, что это, я так сразу отработал. Видно, это вот какой-то арка. Это фиг знает. Каменный будем заезжать или остановимся? Не знаю, перед каменным остановимся. Может здесь тогда? Давай. Несколько скачается. Каменная тоже где-то машина есть. Если чё. Так, надо какой-то фонарик что ли добавлять, чтобы карту... По мне пуск, пуск по мне. Опять попали. Откуда они пускают? Не понял, не вижу дыма. Я так понял, флаг это на военной базе, да, там? Да. Откуда-то с взлетки, где-то с горы, может, это около взлетки кто-то
Я кочегар на 260 пошел. Я вижу тебя. Мама, у меня еще бронебойная пушка. Я думаю, это по мне стреляет. Я тоже думал. Ты чисто над нами прошел сейчас. Нормально. Ну где-то рядом с вами, все места по мне просто пуски давали. Что такое Divinity? Лучший RPG 2017 года. Как по версии BE? Да. А не, она не на базе. Ну там что-то стоит просто, там что-то непонятное стоит. Может газик стоит, я не понимаю, что это такое. Потому что там что-то стоит. Где-то она в порту. Где она? Это в порту Каменного. Где-то там. В порту? Да, смотри там. От РК? Не-не-не, Зушка. А. А я вижу, вот РК на базе стоит, да. Ее никуда не перемещали. Так она дымиться должна, да? Не знаю. Потому что ничего я понятно понял. Я понятно понял до этого случайно. Чего-то я не вижу эту Зушку Сану. Так эта машина красная стоит вообще не понятно. Колес на ней нет, кстати. Сейчас добьем. Кочегар, ты у входа да сидишь? Не-не-не, я не сижу у входа, я смотрю. Убил одного масленка на входе. Приняли на военной базе масленок. 80-й? Зушка на базу едет. Один за рулем, один на пулемете. Питер, слышишь? Да я. Питер, на связь. Это Зушка, что ли, работает? Да, да. Стрелка на Зушке завалит. Убил последнего.